Более 2000 зауральцев приняли участие во всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Она прошла 8 февраля в Китовском районе. Спортсмены-любители, профессионалы и ветераны спорта вышли на старт, чтобы посоревноваться в беге на расстояние от 1 до 10 километров. По традиции, программа «Лыжни России» включала в себя VIP-забег, соревнования семейных команд и спартакиаду школьников. «Лыжня России» проводится ежегодно по всей стране с 1982 года. В этот раз 71 регион принял участие в этом грандиозном спортивном празднике. Thank you.